Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео я хочу вам показать своего нового друга. Это бас-гитара фирмы Cord C5 Plus с пятью струнами, 24 ладами, 2000 года выпуска, с активной электроникой и прекрасным корпусом из красного дерева. В этом видео мы не только с вами послушаем звучание этого замечательного, а главное, недорогого инструмента, но и поговорим по поводу того, как делаются современные бас-гитары, современные гитары, особенности производства новых гитар в Индонезии. Затронем тему деревянную, деревянную теорию, влияет ли дерево, или датчики в современных реалиях. И вообще попытаемся понять, что же такого удивительного в этой бас-гитаре, чем же она меня удивила, в чем ее качество, в чем ее плюсы и минусы. Начнем. Прежде чем сесть снимать данное видео, мне пришлось даже лично побывать на заводе Корт в Индонезии при помощи Google Card. Это было необходимо просто для того, чтобы понять и ощутить, почувствовать место рождения этого инструмента, чтобы лучше понять его сущность и то, где он зарождался. Истоки, так скажем. И э, можно сделать вывод, что у корд довольно серьезное производство в Индонезии, которое занимается изготовлением гитар высокого качества, высокого уровня не только самих корд, но там же делаются, к примеру, ибонезы, шекторы, всякие ЛТД недорогие GNDL и даже Fender Squier. Это говорит о том, что у ребят есть и у производства есть серьезное оборудование, есть все мощности для того, чтобы производить и делать качественные гитары. Начнем с самого начала. Что касается корпуса. Начнем с корпуса. Корпус сделан из красного дерева. Это два куска красного дерева, которые наклеены на кленовый брус посредине. Это довольно классическая технология, когда у нас те, кто любит деревянную теорию, они говорят о том, что у нас махагон, красное дерево, дает такой теплый, густой, низкий, богатый, глубокий звук. При этом клен дополняет его яркими нотками, звонкими, звонкими нотками, и мы получаем некий такой сбалансированный вариант корпуса. Это традиционный, традиционная теория, она до сих пор по ней изготавливают гитары. Но она довольно так и спорная по некоторым причинам. Можно поспорить здесь и, так скажем, поддать этому все сомнение. Так как современные бас-гитары изготавливаются при помощи современных технологий, в печках сушится дерево неестественным путем, то оно теряет свое свойство, и дерево получается максимально похоже друг на друга. Немножко нудных цифр и теории. Как-то мне посчастливилось побывать на семинаре фирмы Gibson, где нам рассказывали о о том, как изготавливаются там, бюджетные гипсы, о том, как изготавливаются дорогие пифоны, в чем их отличие. То есть много всяких интересных вещей было по поводу дерева, как делать современные гитары, э какие технологии применяются, очень много интересного. Не было повода искать, на самом деле, но сейчас этот повод появился, потому что бас-гитара у меня соответствующая появилась. В общем, если вникнуть в эту деревянную теорию, то э если мы срубаем дерево свежее, э например, только что срубили, то там около 30-40% влаги в зависимости от породы дерева. И в год оно теряет плюс-минус 20%. То есть, если посчитать, то получится где-то 2 года нужно для того, чтобы нормально просушить дерево, более-менее. Соответственно, в, реалиях, в современных реалиях ведения бизнеса это очень проблематично, проблематично, потому что, представьте, вам надо купить много дерева на склад, его заготовить, это миллионы долларов, хорошая древесина, как у того же Гибсона, например, да, то есть это надо огромные деньги потратить, сразу это закинуть на склад и на два года просто заморозить это, все эти миллионы. Это в условиях бизнеса просто проблематично и нереально, потому что бизнес работает, ну, чтобы зарабатывать здесь и сейчас, нужно прибыль, и если прибыль не, не приносится, не идет, значит, нет смысла вообще этим заниматься. Поэтому на помощь э, пришли современные технологии. Это сушка в микроволновых в печах огромных, где высушивается то, что за два года сушится, можно высушить там за часов 12, за 10, меньше, чем сутки. Этот способ очень популярный И компания Корт это использует И многие даже производители другие за, э, как Подписывают договора с фирмой Корт И изготавливают свои гитары Которые я говорил бренды Которые можно гораздо быстрее сушить И получать из этого прибыли Здесь и сейчас и У этого подхода есть и плюсы и минусы это бас-гитара, я подозреваю, естественно Тоже вот это все дерево, которое здесь есть Это все запеченное в печке Это не естественные сушки У этого есть свои плюсы и минусы Плюсы в том, что можно получить недорогой инструмент Довольно качественные минусы В том, что при такой обработке Дерево, опять же, я повторюсь, теряет свое свойство Для него это стресс Поры не успевают, к примеру, сужаться Как они бы сужались в естественной среде Они быстро... Влага выпаривается моментально Это стресс для дерева Поры не сужаются Поры начинают потом сужаться Или могут, наоборот, отток начаться Может быть опять всасывание влаги Опять же, и из этого может быть всякие неприятные последствия Или, например... Просушка не до конца, по бокам просохла, а в середине не высохла и так далее. То есть это может быть довольно губительно для дерева. Следовательно, те самые современные технологии обработки дерева ставят под большой вопрос всю деревянную теорию. В плане влияния дерева на звук, влияет он или не влияет, датчики и так далее. В общем, при таком раскладе, есть, соответственно, на первые поры выходит, естественно, то, какой прям стоит, какие датчики какая электроника и все такое. К примеру, если взять вот это хорошо высушенную в микроволновке гитару и поставить на нее какие-нибудь активные крутые звукосниматели с двумя кронами, то там вообще будет абсолютно уже без разницы, какое дерево, ясень, клен. Там, и вот эти классические разговоры о том, что, например, арха звучит сбалансированно, с хорошей серединой, клен очень яркий звенит махагон глубокий, низкий, там какой-то супер магический звук, это все становится довольно размыто и нереалистично. Все это становится одинаково, по сути. И здесь выходит на первый план, как я уже сказал, датчики. Чем мне понравился данный преамп от Mark Bass? Чем он крут? Первое, чем он крут, это тем, что при переключении актив-пассив э, тон бас-гитары не меняется. То есть э, Прям работает, на мой взгляд, правильно. Он так и должен работать. То есть он не должен лезть в чистый звук бас-гитары, он не должен никак изменять сам характер звука. Он должен максимально деликатно всего лишь корректировать при кручении вот этих вот крутилок. Максимально деликатно. К примеру, нам надо какой-то прибрать немножко там верха где-то или добавить середины. И при этом сам тон, сам характер не будет изменяться. Это очень хорошо. И второй момент, который мне понравился, то, что, например, если я захочу ну, скажем, немножко добавить низа. То в целом... В целом никак не изменится громкость. Это очень хорошо. Или, например, в середину мы выкрутим. Громкость вообще практически не меняется. Это тоже очень хорошо. Потому что как-то я сталкивался с тем, что на каком-то ибонезе было например крутишь трехполозный эквалайзер выкручиваешь середину и он начинает буститься то есть он начинает звучать очень громче гораздо мне приходилось там например громкость убирать здесь такого нету практически нет немножко конечно бустится чуть-чуть если ты середину поднимаешь оно немножко будет, ну ощущение по крайней мере того, что звука больше, но это довольно правильно сделано, это чувствуется, что правильно, это никак не, не не увеличение громкости, поэтому это очень здорово, можно все добавить в середину и не париться, что мне надо громкость убрать, все будет звучать довольно хорошо. То есть это два больших плюса прямпу, за это мне э, вот этот прямпу очень даже нравится, Mark Bass, я доволен. Идем дальше. Что еще интересного у нас в этом преампе Mark Bass? Помимо того, что трехполосный эквалайзер, низа, середину верха, переключение актив-пассив, здесь у нас есть ручка громкости классическая и баланс датчиков. Какие я для себя нашел положения интересные? Бриджевый датчик, давайте послушаем, как звучит. Бриджевый датчик плюс я люблю немножко добавить серединку, убрать верха. Как это будет звучать? Да. Э -э вернем все на серединку по послушаем теперь наоборот Нековый датчик вот этот то же самое ну естественно классический звук более такой э жирный более э увесистый для аккомпанементов ну и среднее положение вот, собственно, основные моменты. Несколько слов про звукосниматели. Они тут также стоят неплохие. Это Бартолини МК-1 для пятиструнки. Они дают довольно такой чистый звук, без всяких искажений, читаемый, при этом не фонят, это очень здорово. Опять же, звукосниматель, я не думаю, что есть смысл здесь менять. Если только на какие-то более агрессивные, более выхлопные можно, если вы играете экстремальную музыку, возможно, да, а так мне вполне себе нормально. Что у нас сзади? Здесь у нас батарейка, вставляется отдельным отсеком, очень удобно не надо туда лезть, как, например, на некоторых абонезах бывает, надо вот эту крышку вскрывать, там батарейка не в каком положении. Гриф на болтах, максимально все просто. Гриф кленовый, значит, на сам гриф из клена. И здесь видно, что нет никаких ни сучков, ничего. Клен реально прикольный, реально хороший клен. И его берут как правило хороший клен он находится вот когда дерево стоит и самый близкий сруб от земли там нет вообще сучков там самый плотный клен самый твердый и вот здесь вот довольно качественный клен вообще придраться не к чему никаких никаких сучков ничего нету все довольно здорово что касается накладки накладка здесь не палисандр но довольно качественная это э, типа ореха что-то э, или я то бы я не могу точно сказать но это точно не палисандр потому что палисандр он на дешевых инструментах точно запрещен э, и не делается э, из палисандра, но он очень даже тут накладка качественная, то есть э, весьма себе неплохое. Видно, что дерево, то есть я доволен. Особенно после того, как я обработал маслом, оно еще э, такой цвет, э, такой розовый прям. Конечно, это не темный палисандр такой, э, как на дорогих инструментах там на фендерах дорогих американцев, там какой-то темный темный палисандер его когда мажешь накладываешь лимонным маслом он прям черный становится здесь конечно все не так вот но как говорится вполне себе вариант для недорогого инструмента сойдет итак вердикт во-первых скажу для чего я собственно купил этот инструмент это рабочая лошадка для меня недорогая она стоит всего 32 тысячи рублей это по современным меркам на просто копеечки. И довольно хорошего качества. Меня качество удивило, реально. Я когда покупал в магазине в Москве, я просто посмотрел несколько кортов. Там были еще из ясеня, но с грифом вот таким вот. И я сначала нацеливался на B5, повыше там колки уже, хипшот. То есть фурнитуру поинтересней, чем здесь. Я нацелился на него, но он подороже на 5000, но там был гриф просто вот, вот такой вот, непонятно, лады повылезали, я не стал рисковать. Я взял вот этот инструмент в руки, гриф просто стрела, идеально, не, не к чему придраться. Он мне очень понравился качеством, я не стал рисковать и взял все-таки его. Несмотря на то, что на том же B5 там лучше фурнитура, там хип-шот, но колки на самом деле... Здесь все прекрасно держит строй, то есть это не критичное. Плюс их можно заменить, в отличие, например, от кривого грифа, который гораздо дороже все это будет стоить, если какие-то проблемы. Я не стал искать, просто здесь реально все было идеально ровно, мне все понравилось, придраться было нечем. И за такие деньги я просто возьмите, заберите 32 тысячи, я возьму этот инструмент. В общем, как рабочая лошадка, для того, чтобы мне можно было, например, поглощать для себя какой-то пятиструнный контент, давать пятиструнный контент, я себе взял вот этот инструмент. В нем нет ничего суперского, в нем нет ничего волшебного. Это не супер, там за, 100, за 200 тысяч какой-то инструмент. Он звучит обычно, э, звучит обычно, кла классический чистый басовый звук, без наворотов, все, что нужно, с хорошей электроникой, э, с деревом просушенным в микроволновке, с качественными датчиками. Э, это вполне себе неплохо. И я могу его, в принципе, порекомендовать и новичкам, и тем, кто э, играет где-то. То есть, тут довольно-таки. Неплохие возможности. Что касается моего личного опыта использования этой бас-гитары, я ее купил в конце марта, буквально это последние деньги марта. Почти два месяца прошло для того, чтобы понять, составить картину в голове и ощущение от этого инструмента, чтобы можно было что-то говорить. И пока что могу сказать, что идет довольно тяжело, тяжело мне пока на нем играть, не могу я так же, так же это все хорошо делать, как, например, на моем Банезе. вы знаете, у меня есть стар 84 1984 -го года, я его беру, например, в руки, и у меня сразу грув-машина, все играется моментально, все записывается быстро, очень все хорошо звучит сразу, ничего не надо там корректировать практически, здесь все немножко мне сложнее играть, приходится опять вспоминать 5 струн, все вот эти вот заглушения грязи вот это все, опять привыкание... Купился даже демпфер для этой специальной цели, чтобы меньше грязи было. Пока что э, не совсем понял, как им пользоваться, но пока что изучаю эту тему с демпфером. Э, как бы пока что пытаюсь глушить, но толку от него особо я пока не вижу такого. Ожидал больше, честно сказать. Толка какого-то глушения. Э, вот. К тому же все это можно руками делать. Если у вас 4 струны вообще под вопросом нужен ли демпфер под большим. 5-6 струн скорее нужен. Я согласен. Но 4, например, вообще, наверное, скорее нет. Вот. Но здесь пока что я. Использую иногда вот сюда в первую позицию ставлю, чтобы пятая не заводилась, например, вот здесь можно ставить. Но пока что, так скажем, не распробовал, не распробовал. В общем, вот такие впечатления, опять же скажу, качеством удивлен, все сделано довольно круто, сделано качеством, звук э, за свои деньги нормальный, то есть никаких, опять же, сверх, опять же, повторюсь, никакой магии здесь нету, но это вполне себе рабочая лошадка для репетиции, для каких-то концертов, для занятий, это отличный инструмент. Дополнительно можете посмотреть э, видео с этим басом. Я записывал фингерстайл, полное переложение, полноценное для бас-гитары. Это Linkin Park One More Light, предпоследнее видео. Э, вот. Можете заценить именно как соло звучит. Э, если, например, что-то непонятно в этом видео, пожалуйста, оставлю э, подсказку вам. Так что проходите, смотрите. Вот, все, на этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что э, уделили парочку, так скажем, минут своего драгоценного времени на это видео. Пишите комментарии, оставляйте свои впечатления вообще, кто то пользуется бас-гитарами корт, кто играет, там какие нюансы были, какие-то, может, плюсы-минусы, на ваш взгляд, и так далее, так далее, так далее. В общем, комментарии, лайки, обязательно колокольчик. Все, всем спасибо еще раз, всем вдохновения, всем хорошего настроения, хорошего вечера, хороших занятий и музицирования. Всем пока.